Утверждение, согласно которому дом человека – его крепость, по-прежнему актуально. О том, какую входную дверь лучше купить, какого стиля, дизайна, как определить ее взломостойкость, звукоизоляцию и теплопроводность. Сегодня в рубрике «Сделано в Мариэл» расскажем о том, как выбрать стальную дверь, подходящую к интерьеру квартиры. Чтобы за входной дверью жить как за каменной стеной, нужно, чтобы она отвечала всем современным требованиям безопасности. В этом случае о деревянной или обычной жестяной двери даже речь не идет. По мнению экспертов, самыми надежными признаны двери из листовой стали. При этом решающее значение имеет жесткость конструкции, от которой зависит взломостойкость двери, то есть как долго она сможет сопротивляться злоумышленникам. Поэтому при покупке двери всегда интересуйтесь ее конструктивом. У нас представлена дверь как эконом-класса, то есть это, например, конструкция DS1. Также уже двери более надежные, то есть это конструкция DS2, DS3, DS9 конструкция, она увеличенной глубины полотно идет. Также и дверная коробка, то есть она сертифицирована по первому классу с шумоизоляцией и теплоизоляцией. Вот DS1, она идет облегченная дверь с одним листом металла. Специалисты советуют познакомиться с дверью до ее установки, и лучше это сделать в выставочном зале, где можно оценить весь ассортимент и каждую модель в отдельности. Будь то универсальная дверь эконом-класса или надежная, функциональная, одним словом, комфортная, премиум или бизнес-класса. К примеру, вот новинка – дверь со сканером. Биометрическая система распознавания отпечатков пальцев открывает ее после того, как вы проведете пальцем по термической считывающей полосе. Залог надежности, идеальная геометрия изделия, качественная сварка, минимальные зазоры, выверенная точность разметки и пробивки отверстий. Два листа стали и ребра жесткости – не роскошь, а гарантия вашей безопасности. Помните, хорошая дверь обязательно должна иметь утеплитель. Самые современные и универсальные материалы – минеральная вата и жесткий вспененный полиуретан. Они обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Эти двери устраивают меня по качеству, по своей конструкции, удобную в эксплуатации, то есть легко входить, выходить, по цвету устраивает. Теперь это вписывается в мой интерьер и устраивает ее цена. У меня достаточно женственная девичья квартира, и для меня стало приятным сюрпризом, что я смогла подобрать дизайн именно в этом стиле. То есть красивые узоры, цветы. Дизайнеры хором говорят, входная дверь должна не только обезопасить жилище, но и гармонично вписаться в общий интерьер всего помещения. Если в квартире преобладает лаконичность форм, минимум отделки и широкая цветовая гамма, вам подойдет дверь в стиле модерн. А двери с элементами матового стекла и пластиковыми вставками дополнят квартиру в стиле хай-тек. При этом бессомненный лидер все-таки дверь в классическом стиле. Входная дверь должна соответствовать общему стилю помещения прихожей. Как правило, от этого и отталкиваются при выборе двери. Например, данная дверь выполнена в классическом стиле. Здесь используются для отделки натуральные породы дерева в темном цвете. И использованы также приемы классики, такие как колонны, карниз и сама дверь оснащена фитонкой. Двери Guardian создаются для ценителей безопасности, надежности и красоты. Они имеют высокую эстетическую ценность, функциональность и органично вписываются в любой стиль жизни. Познакомиться со всем ассортиментным рядом компании Guardian можно в отделе продаж на улице Советская, дом 121, а также по телефону 42 51 51.